можете снимать? Можно снимать? Можно. Конечно, можно. А почему это? Потому что вы здесь, это офис. Ну, а это есть доказательства чему-то? Нет. Откуда я знаю, куда мне снимать? Ну, откуда я знаю, куда мне снимать? Куда-то в видео выложит какой-то? Конечно, вы в новостях покажете. Ну, вы кто вообще? Вы никуда не выходили, инспектор полиции. Вас вызывали или что? Да. Кто? Да, вы знаете. Ну, и почему мне снимать? По факту мошенники. Что вы мошенники? Кто вас вызывал? Вот человек. А да. 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 Ситуация. На вас уже не одно заявление здесь. Вы, наверное, в курсе. Убирайте камеру. Нет, я не уберу камеру. До свидания, выходите. Нет, не до свидания. Руки убери, слышишь? Можно ваши данные? Камера, полиция. Камера. Смотрите, как поступают. Уберите камеру. Смотрите, как боятся съемки. Не надо ко мне руки протягивать, пожалуйста. Нет, ну вот тогда вы что вы мне обсуждаете? Вообще сижу здесь. Ну что, вы же здесь вышли? Я хочу с кем я разговариваю. Ваша фамилия на улице. Чем мне руки протягивать надо? Уберите камеру. Нет, я не уберу камеру. Я сейчас пускай мне перестанут снимать, я скажу. Ваша? Нет, я не уберу камеру. Перестанут пускай снимать, я вам скажу. Нет. Я вас снимаю. Ничего страшного, вы можете снимать. А он пускай не снимает. Я не хочу. Можно, пускай. Не надо ко мне руки притягивать. Нет, я...